Появилась предварительная информация об учащихся, получивших 100-бальные сертификаты по ЦТ. Высокий результат по истории Беларуси у Анастасии Бушковой, выпускницы 19-й школы. По белорусскому языку у Ксении Баранчук и Алины Некревичус, девушек из школы номер 20. Максимальный балл по английскому языку набрал Станислав Константинов из 27-й. По обществоведению Кристина Ткач из гимназии номер 3. В Могилевской области планируют начать массовую жатву на следующей неделе. В этом году увеличены площади под озимыми культурами до 60%. При этом посеяно в 1,5 раза больше гречихи. Практически все сельхозпредприятия готовы к выезду в поле. Региональный центр по сбору и захоронению коммунальных отходов планируют создать в Бобруйском районе. Завод будет перерабатывать коммунальные отходы города и прилегающих территорий. Проектно-сметная документация объекта разработана, выбрана площадка для возведения. В следующем году планируется начать строительство, в 2022 сдать в эксплуатацию. За день в Бобруйский РВД поступило 2 сообщения о пропаже людей в лесу. Женщина потеряла своего сожителя возле деревни Орсичи. Собирали вместе ягоды. Позже в милицию обратился и мужчина из деревни Петровичи, который потерялся в чаще и не смог самостоятельно выбраться. Оперативники МЧС и ратники лесхоза нашли пропавших. «Славянка» выпустила новую коллекцию школьной формы. К предстоящему учебному году на предприятии расширили ассортимент одежды для девочек и мальчиков. Основа линейки – классический повседневный стиль. Популярными остаются трикотажные модели, такая одежда не мнется и не сковывает движений. Большинство образцов с регуляторами – это обеспечит идеальную посадку при разной комплекции.